чтобы починить. У меня, короче, такая же фигня, как у него вчера. На X5 зашел, потом на X4. Спасибо большое. Началось. Не, все, забей. Вроде как. Починилось. Сломался там. Ну да. Забагалось. Ну да. Ты прикинь, 6000 СПД почти в ретру. Хорош? Жестко. Ну, бонусного лечения, не СПД, ну, один хуй это много. Где столько набрал? Я? Это секрет. Воровал. Сколько? Ну, короче, меня бафает демон, и у меня 6000 дополнительного лечения. Вот. Синтекс с 13 лет начал воровать. И наворовал себе СПД. В натуре. Ты расскажи про розетки в общаге. Розетки в общаге? О чем мне, блядь, рассказывать? Ставишь телефонную зарядку в одну розетку вместе с холодильником, холодильник выключается, зарядка тоже выключается. Ставишь ноутбук вместе с холодильником, холодильник включается, ноутбук вырубается нахуй. Вот. Короче, провод ладно, дождь. Нахуй, ясно, хуй дождешься, блядь. Там, наверное, уже проводки пизда, что ж напряжения не хватает. Жестобаф, инту, магия. А кого ждем? Просто да. Когда строили этот общак, не было столько потребителей электричества. Так. Ну я, блядь, во второй пайке. Четвертый тогда. А где этот история? Он писал вроде, что опоздает. Ну да, говорит, опоздаю. Хуй знает, насколько надо ехать. Бичи. Так, а на водикон сопрот и на сопротах будем. Мы же в 6 хилов идем, да? Водикон куда тебя? Пристабав. Один прист, нахуй. 16к на сурке, блядь. Ставлю рыбу. Сопрот его дикона берите. Так, запускаю. Мы все на сопротах. Ты данчишь, босс? Да. Почти. Ни банки, ни масла. А Милания, сопрот хоть выпей. МТ-вой, да? Я складирую. Закханы, сейчас отбегаешь от ловушки, выносишь чуму. Ну, визибл тоже масло и банк. Куда чуму-то хоть выносить? Ширкарям. В танку. Параллельно идти будем. Короче, Войт, если что, попробуем остаун там забрать мелких. Угу. Смотри, залечем. Я скажу, когда. Секунда, ловушка. Перебегаем. Ловушка с чумой, секунду. Бегаем. Чума, ляночка. Водикон. Мыфик. Кто диспелит-то? Мало нахуй. Кирзоли.
Ловушка секунда. Прибегаем. Диспельщики нахуй. Так, короче, нет. Ловушка и чума. Чё и нет? Синтек, чума. Есть. Прыгаем вниз. Чё и нет? Ещё раз. Нет у меня что-то тупит. Пизды ему, да, и нету своему, блять. И кто диспелит там у нас? Ну-ка. Бидон. Ты опять у неё занимаешься? На что? Внутри диспела у тебя один угломурчена по водигону. Вы не диспелите, когда, блядь, 2 секунды прошло, блядь. Человек должен вынести чуму, блядь. Или как? Что с вами делать? Учить по... за ручку водить или как? Он в рейде долго стоял. Нет, я не стоял. Нет, нет, на он рейде. Он только далеко был. Остальные все просто не успели вынести. Там не было такого, что Фредди долго. Только я увижу на все чему, выбегаю, все, сразу диспел. Ну, то есть я 2 шага сделал, диспел, а я так не могу диспел. ДПС залупа какая-то, блин, убить вообще будете? Или что, все же у тебя лагают? Нет. Что-то маловато. Ярьте посильнее, так-то нам надо бить посильнее, быстрее босса переводить. Синтек, давай там, блядь, раскручивай свою эту шарманку. А есть почту кого-нибудь? Почту? Да, я вот поставил, смотри. Вот здесь заканыч. Думай заранее, Синтек, старайся, даже если подлагивают, там, блядь, старайся, не это, не стоит. Да я вообще с рейда выбежал. Сейчас я это, пробую на X5 зайти, выйти. Новая страта, чтобы не лагало. Ну, history же помогло, и получается, еще до этого кому-то помогало. Синтек, блядь, сколько комп стоит у тебя там, где ты живешь, блядь? Можешь скинуться, но... Если проблема в интернете... Будет, может, какой интернет... ему, тебе лучше скинуться. Ебать. У меня нормально, я-то хоть не улетаю на ловушке, блядь, по КД, блядь. Ей, тоже не улетал на ловушке по КД, я выбежал с рейда, чему не застрелил, и всё, блядь. Этот... Как сдох ты от ловушки? Как я не знаю, блядь. Если я в центре был. Да, ну а интернет сколько стоит? Давай на интернет скинемся. Присмени провайдер, тарелку купи, бля. Я хуй знаю там, блядь. Поставь какую-нибудь хуйню, блядь. Приемник какой-нибудь. Пиздец, сколько стоит эта хуйня? 1005, давайте скинемся, блядь, по 200 рублей, нахуй. Синтек, блядь. Там стоит-то рублей 500. Да как хули, у тебя 500 рублей нету, что ли? Я, блядь, студент, да откуда у меня деньги? Давай скинемся, тебе ебаный заебал, блядь. Проведи на общагу интернет нормальный, блядь, тебе там, блядь, будут, блядь. Почку продай. Подключи себе, блядь, 5G ужина. Тебе бабы массаж будут делать. Деньги. Бухать будут приносить, блядь, за то, что ты, блядь, интернет подключил. Синтека забафайте. Все, ты нормально, блядь, Синтек. Слав, ты сильно хорошо это думаешь о студентах. Моменту бафните. Они проебывают все, что можно, да? Да, блядь. Ну, не знаю. Даже я у соседа спрошу. И все, что нельзя, тоже. На синтеке пристабафа и лапки нет. Ну, гена банан, я хуй знаю. Сейчас пока не могу уже. Сиди, жди. Не, если есть замена, вы можете это поменять меня. Тихо, я могу. Блядь. Нет, не можешь. Я могу. Давай, блядь, подвигайся, ветками пошевели. Выпрыгай, блядь. Где ты там? Синтек. Вот, прыгаю. Вот, нормально. Нет, он на месте бежит. Он на месте бежит. Блять, на месте бегу, ну пиздец.
Понятно, нахуй, как чума, блядь, не выносится, нахуй. Вот такие челики, блядь, в рейде просто. Синтек, ты там с девочками сложись, купите себе интернет нормально. Не, это все охуенно, просто вопрос на засыпку. Кто хилить-то будет, блядь? Гламурчин похавал. Давай. На спидах, нахуй. Ну-ка, Синтек, еще прыгни. Синтек. Алло. Я прыгаю. Да хули вот прыгаешь, ты на месте стоишь. Давайте на него это пожалуемся, скажем, он спидхак скачал. Ты видишь, тебе боб кинули? Нет, я до сих пор бегу. Я понял, блядь. Беги, я вот уже на противоположной стороне арены. Да, блядь, я понял. Зависло, блядь, я сейчас, кажется, упаду. Я могу скинуть кому-то аккаунт, чтобы он похилил. А есть такие люди вообще? Да. Ну ты именно, блядь. Ну я хуй знаю. Ну все, стоим хули, ждем нахуй чудо, ебать. Вот и все нахуй, вот и лич весь нахуй. Ой. Пизду, короче, блядь. Давай, иди чиль. Ранти, который никогда не десешил. Вот Фокс, который, не знаю, никогда не хилил. 5 хилов пробовать. Вчера пробовали уже, заебись было, мне понравилось, нахуй. Переходка, у нас все сдохли просто, нахуй. Из зимы не вышли, блядь. С заражением стояли, нахуй. Ну ты думай, нахуй. Ну я не знаю, нахуй, ну. У кого есть хил? Ну просто стоим тогда, хули, я не знаю, блядь. Просто стоим, нахуй. Я там потому что хпал был. Не уверен, нахуй. Дай. И чё, блядь? Хпал здесь. А куда-то погода не сделает. Хотя бы может сделать. Вылетел вот. Там синтек, нет? 60 пинка, 60 пинга. Пиздишь. О, ну всё. Отвечаю. Вот, видишь, прыгаю. Вот раз прыжок, два прыжок, три прыжок. Ну-ка в бок пойди. В бок иду. Ага, назад пошёл. Давай влево. Вот влево иду. А сейчас справа шёл. А сейчас справа ушёл. Ну всё, поймался. Ебани сальп. Вот сальп, вот так вот. Ну-ка. Нихуя. Вот, вот прыгаю. 10 отжиманий. 10 отжиманий? Ну-ка, давай на него метку повешу. Голду в обмен кинь. А ну, синтек, бафни по себе лапку. Вот, ну-ка лапку все, да? Раз, два, три, о, четыре. Нормально работает. Вот. Опа, вот лапка, все работает. Я, короче, мобильный раздал. Так, где на банан, жди, блядь. Синтек раздуплился, блядь. Запускаю, блядь. Синтек, сука, не то самое, блядь. Короче, еще два трая даю. И если это справляемся за два трая, конь по ролу пойдет, будете ролить, кто хочет. Нихуя. Ты же сказал, что мне его отдашь. Когда? Ты сказал, что Биг Дэму вроде отдашь. Биг Дэму. Вообще-то на Биг Дэму договаривались. И сейчас это Биг Дэм специально. Мне интересно, просто сработает такая ловушка для вас. Может, сейчас играть люди начнут нормально. А-а-а, я понял, блядь. Да хуяк, Биг Дэм отвалился. Ну, если больше 10 людей похуй на коня, то значит не убьем. Если все будут стараться, то... Бля, дай бог хороший интернет. Да будет так. Герои, в атаку! Бог никогда не был на твоей стороне. God was never on your side. Бежали? Да, интернет работает у Синтека, у меня начинаются лаги. Ловушка с чумой, 2 секунды, готовимся. Пробежали. Так. Ловушка, 2 секунды. Пробежали. Осторожно. Ловушка с чумой, 3 секунды, готовимся.
Жаль, Shadow Knight, чума. Ловушка 2 секунды. Жаль. Не стойте в личе. Одновременно будет чума и ловушка. 3 секунды готовимся. Убежали. Вымурчен чума. Отлично. Ловушка секунда. Побегаем. Угу. К лечу поближе встаньте. Наперед не налейте, блядь, лужу нахуй, хуёво будет. Секунда ловушка, чума 3-2 секунды. Побежали. Чума, Вадикон. Промаршируем Shadow. Прыгаем вниз. Ударная волна. Била. Вон. Прыгайте вниз, только резче. Вот вниз, значит вниз, блядь, спрыгнули и пиздец. ДПС хуёвый. Я не опоздал, если есть спорт. Там Апродекс еще есть, зашел. Кого свищите, я хуй знает. Он да, на ДПС. Кого? Не-не, такого нету. Лианочка, потом идет Седжу, потом идет Вадикон, Притон, Керсори. Вот так вот. Если вот по последним ДПС смотреть. Ворлд на 12 месте, а я на, он на 6. Че я пошел по Вордалакам? 2.3, 2.4. А, Лианочка демон. Мы все тогда оставляем. Можно Закханыча сменить. Который это... Который на 5 месте по ДПС. Ну. Кто, кстати, да. Кто, кстати, КД сегодня словил? Я. Кто еще раз? Закхан. Кроме Закхана еще кто? ДКшники почему на первом месте? Они у них массовки. Ну вот, есть отдельный урон по личу. У нас 256к. Первый один хер идет инвизибл. Потом топор, авист. А продукс, а у тебя как с тактикой, с дамагом, что там? Надо шаркарей аккуратно держать. Поближе к нам и всегда прям спиной к нам. Тыкните в эту хуйню. Жрите. С тактикой как у тебя? Нормально? Ты скажи, куда тебе писать, там просто говорить очень могу, больно вот так. Это кто, Апродукс? Я Апродукс, я здесь люди пишу. Ну куда? А, ну я вижу, дамаг аркана не тестил. Что-то его вообще тихо-тихо слышно. Ну, что-то болеет. Болеет. Леночка, ты где там? Заходи, выйдет. Ну, может, она зашла просто чуть раньше, чем надо было. У нас генерал в инсте. Генерал? Или его не генерал, а Гена. Банай. Гиена? Ну да, Гиена. Да. Генай, банай, вот поэтому нас зайти не может. Ой, блядь, спину сломал. Простите. Это? Блять, портанись отсюда. Леночка, ты тут? Нет вообще? Дайте ему портал.
отсутствует. Че пишет? 10. Не пускает. Ну не пускал это потому, что гиена в инсте. Протонись, вар. Протонулся, нет? Докинуть его и самого его парта. Минуту ждать, ну, пока он вылетит, блядь. Протонулся, нет? Нет, нет. Толкал. Вар, блядь, ты тут? Куда ты идешь? Идет. Портал. Пиздец. Я хуею, блядь. Дайте ему порт. А вон он стоит сзади. Прыгай в портал. Вар, прыгай в портал. Сел пожрать нахуй. Все, он тэпнулся. Леночка, заходи. Сука, блядь, одна залупа, блядь, один трай ебаный, блядь. Вместо того, чтобы уже, сука, на третью фазу переходить, мы стоим у шкафа, как додики, блядь. Это пиздец просто, блядь, из-за всякой хуйни, блядь. Опять вылетела. Наверное, рана зашла. На кого рана? Боя-то нету в инсте. Сейчас начнется вода, поссать, обосраться, блять, тампон сменить, нахуй. Линдерен, Биг Дэм, Фокс. Я тут. Ой, мне пиздец нахуй. Водик у нас опрот. Нихуя себе. А чё там, блядь? Варчик там, потише будь. Ты чё там пишешь, я не понимаю. Геннабл. А нахуй всех посылка. Какой портал, охуели? У вас нахуй. Это к чему ты вообще? Ну, типа он думал это отправить босса, мы его на замену кинули. Вот. Это обида ебаная. Блять, Мэтт Фокс 5 минут уже воду наливает. Нормально нахуй. Сейчас может ритуал медведя помочь. Ну как раз у меня времени на 2 трая осталось. Хули пуляй нахуй. А если все попытки использовать, то Джану нельзя призвать или что?
Лич идет. Все, он пришел. Это я его победил. Вау, сам ставил рыбу и в итоге не пожрал. Только у меня синтек телепортируется, когда бегает. Ты похуй. Нет, не у тебя. Пускай телепортируется. Не у тебя одного. Он рывками как-то. Я волшебник. Забегаем. Ловушка с чумой, секунда. Убегаем. Водикон чума. Ловушка, секунда. Забегаем. И смотри, чтобы люди до тебя добежать смогли. Слишком далеко держишь. Забегаем. Далеко чума. Секунду, ловушка. Забегаем. За столб её увёл, конечно. Вот, пока там стоит. Секунда ловушка и секунда чума. Забегаем, гранти чума. Чё, сам себя не спалил, что ли, или чё? Я не могу понять. Забегаем. Я в ахуе, нахуй, блядь, это пиздец. Две секунды. Ловушка и чума. Пробегаем. Смифи ходи. Сука, блядь. Я ебал такую хуйню нахуй. Нихуя, это что было? Кому на лед сдайте сейчас, у кого там? Чумы нету. Есть. А, все, вижу. Но все равно побить. Значит, Равист будешь резать Мифика, а Мудфокс Ранти будешь резать. СС по кум дать. По синтеку. Притон по мне дашь. Когда время. Инны раздайте. Сейчас.
Я забрал. Да, у меня грабуль сейчас будет. Там напулили. Потом уже, когда побежим, перехватишь. Мудак, нахуй, кто здесь? Это? Нихуя он умный. Кто улетел там? Никто? Никто. Ну где Рианти, Мэдфокс, Рис? Не, кто-то улетел, точно видел. Он обратно порталом использовал. Фухля, я успел. Короче, меня тащит. Две вальки бьем. Искренение 5 секунд. Право-лево. Из подвалика уходим. Там искренение не налейте. Вот от черепок отошли. Добиваем валик. Значит, будет осквернение и вальки одновременно. Центр нельзя залить под вальками, смотрите, по возможности из подвалика носить. Сначала смотрим, где лужа, выходим из нее и бьем три вальки. Осквернение, милики вышли. Все, черепок отошли, все валик бьем. Вот эту мою не трогай. Мифику не портал, вот только две вот эти бьем. Быстрее вешаем. Ну, переднюю быстрее. Все нормально. Ты теперь только лич, только лич. Значит, сейчас будет сначала осквернение, а потом вальки. Блять, даже нос можно почесать. Осквернение 5 секунд. Милики вышли. Готовимся. Сначала смотрим, где черепок, потом возвращаемся к личу в центр. В центр, сука, не налейте мне там. Возвращаемся к личу. К личу идем. Быстрее к личу встали. За спину лича. Быстрее, быстрее. Не въебало за спину, блядь, чтобы туда все летели. Сука, вы не можете ближе встать, нахуй? Надо, чтобы валька сразу унесла тебя, блядь. Кто это, блядь? Бьем. Три вальки бьем. Вот эту переднюю быстрее разъебите и две кливаем. Оскорнение 3 секунды. Милики вышли из-под валик. Быстрее добиваем. Стан и валька быстрее добиваем. Две вальки, сука. Еще одну. Так, осквернение, вышли оттуда. Добили там? Нет, алло, блядь. Я не понимаю, хули она? Успели, да. Успели. Да? К личу быстрее встаем. Дамажим сильно. Значит, вальки, секунда. Осквернение 10. Готовимся. Валик хватает. Быстренько их дотаем. Осквернение 3 секунды. Все, готовимся из-под валик выйти. 3 надо бить, да? А кто там накроет? Ладно, это две только вот эти бейте. Оскорнения отошли. Отошли, отошли, вышли. А что с хилом, нахуй? Алло, блядь. Это пиздец какой-то, нахуй. 6 хилов. Да и нахуй это надо, блядь, в пизду. Я ебал такую хуйню. Прыгайте, блядь. Кто там был, нахуй? Лингрен, Мэдфокс, нахуй. И Рарник, блядь. Это не 3 хила, это 1 хил. И что, блядь? А, ты в вальках имеешь, да? Надо от заражения сдохнуть, нахуй, да? Тинтек, ты тут? Что там вообще было, блядь? Как? Почему так, нахуй? Мне просто интересно. Вы латом ебете, блядь, или как? Я не знаю. Я хилю, блядь. Я не понимаю просто такой постановки, нахуй. Почему, блядь? А Мэдфокс, нахуй, в вальке, и от осквернения целая четвертая группа умирает, нахуй. Вы там как, блядь? Я не понимаю. Вы как играете-то, блядь? Видно у вас там или не видно, я не понимаю. У меня видно рейд, нахуй. Подыхают люди просто от заражения, блядь. Хилы, я, блядь, вообще руку заюзал, чтобы не сдохнуть, блядь. Это пиздец, нахуй. Я хуею, ну, блядь. Вот, смотрите, у Гламурчена вот есть ДЦ. Он неплохо на нем играет, на самом деле. Он может на ДЦ зайти, а да, есть на холе пала место. Я могу на холе пала зайти. Но Гламурчену-то это не надо, да, Гламурчен? Так-то, блядь, не в этом дело. Дело в том, что, нахуй, Мэдфокс, блядь, вы просто вслушайтесь в эту хуйню, нахуй. Просто заражение, нахуй, убило людей. Или что, я не знаю, мне показать вам видео. Как вы видите вообще эту игру, блядь, я не понимаю. 4, это один хил из 6, сука, в вальке летит. Остальные 5, что вы делаете-то, блядь?
Танк, что ли, получает 100 тысяч в секунду? Или как, блядь? Ну, почему люди-то? Фильм, ну, да как других-то, ебать? Как так-то, нахуй? Ну так вот, других. Я просто в ахуе. Я не знаю, нахуй, как так, блядь? Вы в 6 не справляетесь или что? Я не могу понять. Вы мне дайте ответ-то, блядь. Бидон, Синтек, вы же смотрите на панель. Гламурчен, ты тут? Объясните мне ситуацию, почему так? ДЦ у нас непрофессиональный, у него это второй спек, но у вас что, хилки не кастуются или что? Люди-то нахуя, они подыхают, я не понимаю, блядь. Короче, нахуй, ну давай еще раз смотрим, блядь. Я не знаю, нахуй, ну не будете хилить, ну и нахуй, нехуй тут делать просто, блядь. Не хотите играть и все, нахуй. Я не знаю, кого на кого свичить, нахуй. Это полная хуйня, нахуй. Остальные... Лава, я Last Try. Остальные... Вадикон, Равист. У вас есть панели рейда? Вы видите хп количество? Свое хп видите? Вы же сдыхаете, вы себя подхилить не можете? Я со сквернения убегал. Это не за одну секунду люди помирают, блять. Это они в течение 10 секунд, 15 стоят без хила, блядь. Это 5 секунд они без захила стоят и умирают. Не знаю, ну я стараюсь хилить, типа... Блядь. Пизда, бля, просто я в ахуе. Я дал 203 ходки, 53 ты, раз буйный короче, рост, щитуй, Рианти, блядь, щитуй человек 10, нахуй. Вот пати хилов, или 15, нахуй. Вот, щитуй пати хилов, третью и четвертую, нахуй. Первую, вторую не трогай, они на хотах, блядь, проживут. Через буйных двух друидов, нахуй, через танка дадут и все, нахуй. Щитуй три пати своих, нахуй, тряпок, блядь. Тени сдохнут, нахуй. Там и символ, блядь, света, нахуй, небес, блядь. И цепуха идет, блядь. Щитуй хилов себя, блядь. И РДДшников, третью, четвертую, блядь. Не трогай ты эту пати, блядь. Танка не, исповедь только иногда. Кидай на жнец и все, блядь. И лоу хпшный, их не отхилит. А, лучше, как говорится, засчитывать фулл хп, чтобы не было заражения дальше. А других, которые не фулл хп, захилят. Рестабаф инту разбафали. Там ГКД секунды, ему 15 человек как раз по кругу хуярить. 25 слишком дохуя. Запускаю. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь. 6 хилов, нахуя в аху. Не знаю, хилы слабые еще, значит. Я хуй знает. Мне просто интересно увидеть, как у вас, что там у вас в интерфейсе, блядь. Ну я раскидываю ходы по всем, ну, блядь. Я потом, я время запомню, еще потом по видосу гляну. Как так, нахуй? Кто что делал, блядь, вот этот момент? Просто, блядь, 4 человека сдохли, нахуй. Ладно, давайте, блядь. Третий тройных. Да будет так. Герои, в атаку! 5, 4, 3, 2, 1. Ловушка секунда. Побегаем. Ловушка с чумой сейчас. Побегаем. Чума и я. Самое главное, смотри визуально, Лингрен. Если они диспелили в нашей пачке, то на маленьких может быть еще и маленького сразу перебором с чумой. Потому что он пойдет по рейду, потом будет сложно. Чума с ловушкой 3 секунды. Пробегаем. Мефик. Ловушка секунда. Пробегаем.
Ловушка 2 секунды. Чума 3. Побегаем. World. Бать, мудак, блин, заебал стоять. Ловушка секунда. Ловушка 2 секунды, чум опять. Пробегаем. Бежали. Ой, блядь, стоим. Секунда, ловушка. Бежали. Церковь. Ловушка 2 секунды. Бежали. Отлично. Все, на край идем. Мелких не бери. Все, диспел, все. Нормально. Мелких завоешьте. Вера. Хильтесь хорошенько и бейте сферу. И на них не бегите. Ну давайте, хильтесь хорошенько, ебаное все, блядь. Ебать. Вы рассредоточьтесь. Встаньте, блядь, на рейнже как-то хуйню. Меры просто из рейда выносите и все. В одной точке встали, блядь. Где там дух? Сферы. Сферу все убили. Забрал. Угу. Ничего, бьем. Заражение максимально быстро. Надо захилить людей. Вот этих, блядь, с дебафом, нахуй. Ну быстрее, ебаное все, блядь. Палы, блядь, кастуем. Лингрен сейчас дамаг не получает. Частицы на меня передайте. Две вальки только бьем. Быстренько. Разбить, чтоб пиздец, прям шуба заворачивалась. Играйте охуенно. Разбили, отпустили на 50. Все, лича бьем. Сквернение. Сквернение, выбежали. Где там? Вышли от лужи, отошли подальше. То, блядь, встанете пяткой своей, блядь, кривой. Значит, отсюда будете лететь в сторону левее луковских порталов. Значит, сейчас будет вальки одновременно со сквернением. Вторые и пятые вальки самые сложные. Все, милики с центра ушли. Разбежались. Только сильно близко к краю не подходите, блять, это унесет сразу нахуй. Черепок, смотрим где. Все, валик теперь бьем. Все валик бьем быстрее. Все три вальки быстро кливаем. Подвожу лича, дамажим. Фул ДПС. Быстрее, быстрее разберем станы, всю хуйню. Все отлично, в лича свич. Осквернение будет сначала. С центра все съебите, чтоб там лужа не была. Вот на глыбу там куда-нибудь лейте. Немножко растянитесь. Сначала черепок вышли. На ком там? Все это. Идем к личу теперь встаем. Вот в сторону локовских порталов как будете лететь. Захильте, ебаный в рот. Все, хватают сейчас в сторону локовских порталов, полетят челики. Фул ДПС. По трем валькам. Быстрее резергаем их. Значит, осквернение 7 секунд, готовимся. Быстрее, сдамажьте максимально. Все, милики вышли. Вышли с хода движения валик, вышли. Одну добейте, РДД хуярьте. Разойдитесь, осквернение. Вышли, черепок, сука, вышли. Все, лича бьем. Захиливайте. Так, давайте. Та должна исчезнуть, да? Ладно, похуй. Исчезла, все. К личу встаем. Ближе к центру, тем больше шанс вас разбить. Вальки дольше летят.
Значит, что там, где Валька? Вот, Вальки хватают, и сразу разбегаемся из-под них. Сначала схватили, и сразу разбежались. Искоренение, секунда. Быстро разошлись от Валик. И где черепок, и теперь все в Валик играем. Да сука. Ой, который в лужу летит, не бейте, не бейте, который в лужу летит. Это, РДДш, РДДш. Не бей, Зокхан, Зокхан. Зокхан, выйди нахуй. А, он летит тоже. Я в Валике был изначально. Хорошо, хорошо. А чё вы думаете, их бить не надо, мудаки, сука? Рарник, ты еще так говоришь, нахуй? Это пиздец, блядь. Просто двух людей отпустил, блядь. Не, я-то пришел. Их так-то бить надо, нахуй, РДДшникам, нахуй. А не бить, блядь. Сука, я в ахуе с вас, блядь. Да я думал, я... Оскорнение. Оскорнение, секунда, и потом в центр идем. Черепка отошли, кличу, идем. В сторону лича идем. Быстрее. Значит, Зухан и Черови стрессы. Остальные все тут вроде. Рис, сражение прошло. Валькам фул ДПС. Фул баф по Зуханычу. Вот только две вот этих бьем. Блин, гранадай. Бьем, ауешим. Значит, оскорнение 5 секунд. Фул ДПС полечу. Отвожу. В центр не налить, в центр съебитесь. Секунду оскорнения. World. Так, в центр идем. Теперь кличу идем. Сюда, на эту сторону. Переставьте порталы, Локи, не забудьте. Вы на эту сторону. Значит, 3%. 2%. Фул ДПС полечу. Валькам только стан и замедление. И фул ДПС полечу. 1%. Внимание. У меня массейва нету. На край идем. 1%. На край идем. Залечем быстрее на край. Сука, на край все. Заражение захилить. Будет массакра, мастера урна лед, готовьте. Валькам стан, быстро гнев небес дайте. Все, на край готовьтесь прыгнуть. На край запрыгивайте, гимн на ХП, шадоу даш. Полсакру. Шадоу, гимн на ХП. Все нормально. Можно было не давать, конечно, хорошо. Все, теперь играем. Первый, третий мой, второй, четвертый твой. Значит, у кого это, блять, КД рок не видно. Здесь ладно. Сферок больше, помогайте. Ладно, я буду всех забирать. Пульте как пулите на войда. Роги. Я последнего заберу тогда. Да, только я это тоже буду бить ЛПшкой. Так, теперь... Нер по варианте дайте. Надо на себе звездочку дать. Ой, я сова здоровая, думал, лич прибежал. Все, тихо, сосредоточились. Дальше нехуй играть, блядь. Делайте внимательно все, что бросят, блядь. Сферы, мудаки, бейте, блядь, алло. Улететь захотели? Я там тыкаю ЛПшки, так что если ничего, это передо мной. Подъебало духа не бежать. Все по две сферы быстро сыграли, зриганули их. Быстрее. Блядь. Ебать. Ты ебал такую хуйню, нахуй. Дорогой дневник, не писать все это более эмоции, традиции. Сука, нахуй. Я бы разъебал сейчас просто, нахуй. Весь стол, весь комп, все это говно, нахуй. Сбегайтесь и падайте, блядь. Стойте, блядь. Сука, ебаный в рот, нахуй. Омен бог создал для это. Для людей, нахуй, для избранных, нахуй, ебать. Сука, блядь. Чё там нахуй за хуйня, блядь? Исчезаю уже, блядь. Не заходите в инстука. А, их убил гневный дух. Да ладно, ебать. А он волну дал. А я что-то думал, что... Срефагра его волну дал. Реально, что ли? Синтек. Да, нихуя себе, ебать. Нет. Давай, мы съезд. Да я что-то думал, что их сферу убили. Угу. IQ большое их убило, блядь. На одного, видать, 500 раздали, блядь, случайно, нахуй. Пиздец, блядь. Никакой нахуй этой. Роги, блядь, мне вот интересно. Распределитесь, пожалуйста. Это, давай как. Что тебе, значит... интересно, не распределил, вот и все. Я, например... А, нахуй, самим распределяться тоже нахуй надо. Дадим как дадим, да? Давай, значит, топа с Седжу распределяйтесь первый и второй. Духов, значит, на первой переходке 3, это вы, думаю, знаете. И на второй переходке 4. И этот, кто там? Валфар. Ты, братан, а, значит... Да, это все хорошо, заменующий. Да, это самое... Это... Слышишь, Валфар, ты, короче, даешь этот... Как он называется, блядь? Сагрили. Сагрили Валик, нахуй. Удаляйте игру, нахуй. Блядь. Мудаки, блядь. Я первого на пулю.
Значит, смотрите, ты кто Седжу... Вот, вы распределитесь на первый и второй. А на четвертого... На четвертого духа, Валфар, который вот сейчас нас дыхнул, нахуй, вот ты конкретно его ждешь, блядь. Вот конкретно его. Можешь еще третьего взять. Чтобы двойной на пул был. Это все на меня вы пулите. Там, блядь, на пул 30 секунд. Ладно, давайте, удачи. Третий, четвертый, четвертый. Последним ты заканчивал или... Пол. Блядь, Седжу, а я только что вот про что говорил? Так ты говоришь, типа, четвертый, ну можешь еще третьего, блядь, ему, одному челу. Как? Да ну, там вообще-то там так, за три успеет так, КД. Да, угу, теперь я объясняю. Короче, блядь. Я на пулю первого, третьего, топа второго, Валафар четвертого. Теперь я еще раз объясняю. Я тебе с топой сказал на первый, второй рассчитаться, там, по духам. И переходки две, еще раз так напоминаю, блядь. На одной переходке три духа, на второй четыре. Я ему говорил про переходку конкретно ему. Не вам троим, а ему конкретно, у него спецзадание. Вот вы свои пулите, ты первый, он второго. Ты третьего, он четвертого, понятно? А он не только четвертого. Не успевается. Не успевается? Откатиться? Надо три, потому что там меньше 10. Первого, четвертого. Там, ладно, ладно, трой... ладно, хорошо, тогда так. Топа всегда первого, Седжу всегда второго, Валфар всегда третьего. И топа четвертого дополнительно еще напуливаешь. Ладно, ладно. Так пойдет, вот так заебись будет. А мы же об этом, ну нахуй об этом, ну да хули. Просто после такого вайпа... Всегда на тебе будут? После такого, да, после такого вайпа... Понимаешь? Я напулил как раз, и тебя сорвали. Вообще такого вайпа понимаешь, блядь, серьезно. Я тоже напулил последний. Ситуация, блядь. Вон друид инвалида берем, блядь. Нихуя. Так, Кавелания в ретрика. Спасибо. Ну а хули, выхода нету, блядь. Так-то профиль с друидов больше будет. Ну, нет, так я не да. против. Да у тебя выхода нету, блядь. Сука, у меня выхода нет. Это да. Вадикон, есть там еще саппорт у тебя друид инвалиду? Да, есть. Ставлю рыбу. Да, у меня есть. Сумоньте, пожалуйста. Стыкните сумон на его. Стыкните. Все, давайте. Все нормально, все хорошо, все вы понимаете, все делаете, все заебись. Вот, так же, Валик, заебись, все бьете, играете, блядь. Вот только вот, блядь, чтобы этой хуйни не было. Или, сука, смотрите внимательно. Вот это, понимаете, что вот фаза с Вальками, это самое трудное, что есть здесь. Дальше идет хуйня. Там просто мы по комнате звездочка бегаем, как дауны, блядь, и все. Ну, не как дауны, там еще совы духов бьют, там маги тоже копьями стреляют. Вот, чтобы духи в рейд не полетели, 30 тысяч не шотнули нахуй нас. И это. А дальше просто бегаешь от края до края, блядь, бегаешь, духов хлопаешь. Дальше нехуй делать вообще. Дальше хилится две цели, всего там заражения, сука, нету просто. И вы 6 хилов будете вала ебать. Самое главное, что вам надо будет делать, это прятаться за лича от духов. Все, блядь. Сейчас вы вторую фазу еще раз проходите, и лич падает. Ну, сори, конь уже будет по консулу. Лимит исчерпан, блядь. Старались. Ну, блядь, так вот обосрались, блядь. Имейте в виду, ну, на будущее все вот имейте в виду. То есть, вот эту всю хуйню. На пул. Варфлекс не поможет тебе 40 минут. Давайте. Проверка. И это, завершаем сейчас с этим пидором, блядь, и идем нахуй, этот, как он называется, всю хуйню ОКЗ. Сейчас я планирую в ОКО пойти, ебануть второй кусок людям. Из такого, блядь, надеюсь, на него выпадет. Запустил. Ну и потом пойдем, может быть, РС-ку пойдем, так что это, не расслабляйтесь, блядь, булки, блядь, напрягайте. А ОКО не будет? Фух, только что сказал, блядь. А я писал. Я понял, блядь. Будет. Письмо Деда Мороза. Ну вот ты просал свое ОКО официально. Мне бы ДК танков каких-то нахуй, блядь. Вот Invisible, если бы у тебя спек был, вообще, блядь, считал тебя богом просто, блядь, в этом мире, блядь. Так что ДКшники, у кого ДД есть, танк себе потихоньку собирайте. Т4 там. Под танка спек. Да, бахните пристав бах, пожалуйста, люди добрые. Я в процессе собирания. 5 секунд добавили, собрались. Да были бы еще дистанционные атаки у паладина, вообще пизда была бы, заебись. Пушка секунда.
Добегаем. Лечу дальше, вернулись опять. Наперед не налейте, чтобы мы через ловушку не бежали. Чума с ловушкой 3 секунды вместе. Побежали. Вернулись к ключу. Когда убедились, что уже никто в ловушке не хлопает. Секунду, ловушка. Побежали. Ты так пролагала у всех? Да. Пиздец, да. Я вообще охуел. Секунда. Ловушка и чума. Норвисты то и то. Бежали. Секунда, ловушка. Бежали. Кастует, смотрите, лич кастует в ловушке. Нет, не попадитесь. Секунда, чума. 2 секунды, ловушка. Побежали, Волфра, чума. Диспевал. Или кош нажми. Да ебаный в рот, мудаки, нахуй. Сука, блять. Коша на панели нету, блядь. Ингрид на захиле. Пробежали. Сука, это пиздец просто, нахуй. А? Ага, да нихуя, нахуй. Ударная волна. Да, блядь, ударное говно, блядь, поебало. Побежали. Шедурная чума. Пиздец, блядь, просто мое очко сгорело, нахуй. Вадикон, беги резай синтека. Ищи. Синтек Волфара. Беги там, ищи где-нибудь. Ловушка, секунду. Вадикон. Пробегаем. Чума, бля. Блять, я не знаю, нахуй. Он что, в заражение встал сейчас? Да. Пизду, нахуй. Я ебал такую хуйню, нахуй. Шарка забери. Пиздец, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Походок, чума. К лечу, встаньте, блять, алло. Я ебал такой цирк, нахуй. Два простых действия, сука. Чуму, блять, пацан, нахуй, за столбом. Ну у тебя кош есть, нахуй. Диспельщики тоже пиздец, конечно. Ладно, похуй. Ясно, нахуй. Человеческий фактор. Отойдите оттуда. Все, караж бьем, правильно? Да, нет чумы. Вот Фокс, будешь резать рогу, как зайдем. Ну что, веди то к этим, к дух. А я сюда переагру. Если я приведу сейчас. Ну уешим эту хуйню быстрее, кливаем, блядь, хуярим во всех сил. Волфар, кош на будущее, кош с чумой, если ты за столбом. И Лингрен, старайся вести так, чтобы люди чуму за столб не обносили. Подгадывай. Да, надо было перед столбом обнести. Надо было что-то, ну, сделать, не вести или хуй знает. На шар не бежать, нахуй, алло. Веди к лечу быстрее. Бля, сейчас тебя еще схватит. Добивайте эту хуйню быстрее. Бьем. Валька впереди летит. Фул баф там по тем, кто падал, блядь. Быстрее забафнуть. Скоро скорнение. Скорнение 2 секунды. Из подвалика вышли. Все, добиваем валик. Хуярим. Так, значит... Мифик по друид инвалиду СС. Критон по войду. Виз без СС будет. К сожалению. Вышли с центра. Съебались милики все. Сначала смотрим, где черепок, потом валик бьем. Черепок. Где черепок? Валик.
Все валик хуярим. А, под вальками, да? Быстрее, все на валик, сука, весь рейд на валик, блядь. Уничтожить нахуй. Вот эти две, блядь, не пустить на край. Быстрее. Хуярим. Помогаем все, блядь. Хилы помогаем тоже нахуй. Хуярим, хуярим, хуярим. Отлично. Все, все, все. Теперь переходим на ту сторону по полукругу здесь. Сначала лужа в центре, не стойте сейчас. В центре уйдите, блядь. Сначала лужа, потом идем в центр. Льем лужу, черепок, смотрим на ком. Отошли. Теперь пошли в этот. Пошли в центр быстро. Кличу, 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 кличу на другую сторону летит. Быстрее встали. Встали, кличу быстрее. Три вальки хватает, дамажим. Фул ДПС по всем троим нахуй. Фул ДПС, блядь. Наш топ ДД там, блядь. Ярим. Оскорнение 5 секунд. Быстрее, быстрее. Ну, замедление есть, нет? Все, это. Вышли, вышли из подвалика. Вышли, секунда оскорнения. Арстан, или что-нибудь дайте. Все, добили. Добили? Все, нормально. Так. Ебать, я лагаю, нахуй. Так, сейчас что там, блядь, вальки потом нужно, да? Стоим у лича. Хуярим его изо всех сил, сука. Еще, блядь, 15% переводить. Вальки хватают. 2 секунды на них дотки вешаем и право-лево разбегаемся. Скорее 3 секунды. Разбежались право-лево. Милики вышли. РДД хуярим валик изо всех. Ну, блядь, почему они в разные стороны полетели? Стоят хуёво, не знаю. Бля! Пошли, пошли. Этот, ту дальнюю-то надо разбить. Давайте, бейте ее. И те тоже бейте. Рарник, чё у тебя? Равис, рарника, ресы. Валик, бьем. Так, тут те разбили, нет? Все. Равис, рарника. После заражения, да-да-да. Вставай. Вставай, вставай, заражения нет. Так, дал. Смотрите, пятая волна валик. Вальки одновременно с осквернением. Как на вторых делаем. Все, вышли. Осквернение 2 секунды. На полукруг вышли, милики. Смотрим, где черепок, потом бьем валик. Быстренько. Один БР у нас только. Черепок. Нормально. Валик. Все в валик. Одну. В одной кто там? Милики, вот с этими двумя идем. Хуярим нахуй, здесь замедление. Чё попробуешь? Ту разбили. 6 секунд. Которая, одна, которая одна была, разбили, нет? Оскорнение, секунда, вышли. И к центру идем. Готовимся. Там бегдем. Где он там? Не вижу. Выйдите. Вот. Пошли к личу быстрее. Сука, мудаки, в лужах не стойте, блять, отбегите от лужи быстрее. Чё там, блядь, за хуйня, блядь? Два тела дохлых, нахуй. Валик, бьем. Чё, одну? Одну, одну только вальку бьем. Быстро. Я в ахуе просто, блядь. Лежат челики, нахуй, чилят, блядь. У кого БР там есть? Друид инвалид, да? Продукс. Продукс, ресы. Скринения вышли. Вставай. Фулба. Вы хилить будете там? Все, это. Вальком стан, фул ДПС полечу. За лечом идем, за мной идем. Быстрее сюда идем, в эту сторону. Алло, нахуй, не отстаем. 1%. Сейчас будет переходка. У меня не зыбка есть. Вальком стан, фул полечу. 0.2%. Дал не зыбку на заражение, докастовалось. Стан, стан им. Готовьтесь прыгнуть на край. Все, запрыгнули, запрыгнули. Захил все быстро, максимально захиливаемся. Все, к звездочке духи идут. Так. На пулы помним. Аккуратно играем. Ну, блядь, сферы. Не... Сферы, блядь, не проебите в рейд. Их сейчас 2 раза больше. Алло. Сука, не бесите нахуй. Можешь потаунчивать Лингрен, если я не успеваю среагировать, у меня ебаная эта хуйня нахуй. Слава. Бля, там моих братьев сколько. Дайте каску по друидам. И сало, и вся хуйня там. Все, играем ответственно нахуй. Дальше, блядь, дай бог. Пиздец, блядь. Прыгайте быстрее вниз нахуй, пока он нас в комнату не забрал. Быстро вниз прыгайте. Не понял. Я ебал в рот такую хуйню нахуй. Это, я не знаю, невменяемость какая-то нахуй.
Ну играйте послабее, значит, кто там срывает нахуй? На кого-то же сорвалось сейчас. Да в пизду вас нахуй. Вам просто похуй на это все. Омен нахуй, я не знаю, что это такое. Не, не слышал, блядь. Ты чё нахуй? Не покидайте тело, блядь. У нас срез есть. Пиздец, блядь, я просто в ахуе, блядь. Второй раз, да? То же самое, блядь. Мне просто нет слов нахуй с вами, блядь, ребята, блядь, это пиздец какой-то. Настолько похуистый. Жрите рыбу. Так. Вот же вся поставить, если надо. Где World? Это пиздец. Сейчас я говорю, начнется нахуй. Сранье, блять. Вот это вся хуйня, блять. Фласки кончились. Не этот хуйня, блядь. А видео можешь посмотреть? А чё там на видео? Давай, короче, знаешь, как его сделаем? Пусть они на тебя напуливают. Так они и пулят. А, нет, ну это... Я просто, получается, ты этого духа отведёшь, я леча подержу там секунд 10, когда духа убью.